Где было выращено животное, чем его кормили и как содержали, данные о ветеринарных осмотрах и вакцинации. Всю эту информацию при покупке мяса казахстанцы теперь смогут узнать с помощью смартфона. В Минсельхозе вводят QR-коды на мясо. Их разместят на рынках и в супермаркетах во всех регионах и городах республиканского значения. Видны данные животного, какие проведены ветеринарно-санитарные экспертизы и какой лаборатории выдана сама эта экспертиза. Ветеринарно-санитарную экспертизу на продукцию выдают лаборатории ветеринарной экспертизы. В самой этой экспертизе уже она идет распечатанная, и внизу будет QR-код. Достоверность информации будет обеспечиваться интеграцией системы QR-кодов с национальными ветеринарными и сельскохозяйственными базами данных. В системе будет фиксироваться все от рождения животного до его забоя. QR-коды таким образом помогут предотвратить убой животных без осмотра ветеринара и экспертизы туш и минимизировать риски заболевания у людей. Предприниматели говорят, для них ничего не поменяется. Сейчас все документы у них хранятся в бумажном виде, теперь будут в электронном. У нас есть все ветсправки, сертификаты, мясо проходит экспертизу. На нас введение QR-кодов не повлияет. Каждый покупатель может попросить документы, и мы их предоставим. А так они сами смогут сканировать QR-код и узнать информацию. При этом подделать QR-код будет невозможно. Каждому будет присвоен уникальный идентификатор, который нельзя будет подделать. При этом на цену мяса нововведение не повлияет, заверили в Министерстве сельского хозяйства. Продавцы никаких затрат не понесут. Анастасия Новикова, Дарын Абдиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отырар».